Илья Ковальчук встретился с юными хоккеистами в Твери. Прославленный спортсмен приехал в свой родной город во время проведения 12-го Кубка Ильи Ковальчука. Новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина пообщался с участниками турнира, а также вручил им памятные подарки. Как только знаменитый тверской хоккеист Илья Ковальчук появился на льду Дворца спорта «Юбилейный», его сразу же окружила ватага юных спортсменов, желающих взять автограф или сфотографироваться со своим кумиром. Последние несколько дней для Ильи Ковальчука выдались крайне насыщенными. 28 апреля Илья в составе омской команды «Авангард» поднял над головой Кубок Гагарина, а уже во вторник приехал на свою малую родину, чтобы поприветствовать участников 12-го Кубка Ильи Ковальчука. Илья Ковальчук не только пообщался с юными хоккеистами, но и вручил им памятные подарки. В этом году в Кубке Ильи Ковальчука принимают участие 8 команд. Это коллективы 2008 года рождения из Калининграда, Риги, Москвы, Одинцова, Санкт-Петербурга и Твери. К слову, юниоры из столицы Верхневолжья на сегодняшний день идут в группе лидеров, однако 4 мая уступили подмосковной «Армаде» по буллитам. Заключительный соревновательный день на Кубке Ильи Ковальчука намечен на 5 мая. Тогда же определятся призеры и победитель турнира.